И всем привет, с вами я, Леонид, и это первое видео по игре Мурадхао. Сейчас, для начала, я пройду видео, что... Ну, такое... Кто если не видел, что это вообще за игра, то... Обзорчик небольшой для начала будет. Да и для самого начала игры, перед тем, как я начну с настоящими людьми играть, нужно отметить. Это игра про Средневековье, тут люди играют за персонажа в средневековых доспехах, средневековое оружие. Цель тут, все зависит от того, что во что ты играешь именно. Тут три сюжета. Гонка на до 1000 очков, гонка до 300 очков, либо... Просто игра, где волна за волной идет, и ты там просто с людьми играешь против ботов. Твоя задача там выжить, а задачи на 300 или на 1000 очков, там 1000 очков тебе нужно не позволить уменьшить, да, тебе дойти до нуля. У 300 там... Тебе как раз нужно набрать. Вот. Загрузить, покажу. С чем это связано, я не знаю. Вижу, что с какой скоростью он загружается, я сразу начну. Вот. Мой первый персонаж, у него вот свой кер, если не ошибаюсь. Я понял вообще про него? Вроде да. Так, не то, я когда через ОБС записывал, он умер. Так, сейчас постоим, может полагается, это возможно из-за этого умер лагает. Да, из-за того, что у меня все появлялись, из-за этого он лагал. Так, минус один. Эх, меня убили. Сейчас возрождаюсь и убиваю, по крайней мере стараюсь убить. Ну я не могу убить, потому что меня уже убили. Меня убили легендарные. Я сейчас еще раз попробую вот этим сходиться и попробую убить. И если у меня получится выжить... Нет, мне не получилось выжить. Ну я тогда беру своего персонажа вот такого вот. Да, он глупо выглядит на самом деле. Но что поделать? Так. Повезу. Я поставил. Я короткий кинжал убил. Так. Ах ты ж. Меня все убили. Боевым штаном. Вот я. Так. Там был лучник, я пойду его убью. И я себе лук заберу. На. Ага. Я себе лук не заберу. Что я могу себе забрать, то это только одну вещь. Это кинжал. И тот, который мне не нужен. Ах ты ж. Молодец, что я не попал. Так. Пока отступим. Так, восстанавливаем хп. Ты не умеешь, как так? Ты же должен был умереть сразу. Так, арбалет, это круто. Не, арбалет нужен. Ты тоже не умер, да? Что за фигня? Почему вы не умираете сразу? Так, в голову. Я надеюсь, мне... За это YouTube не даст ограничения. Так. Либо предупреждение. Потому что вполне может за это дать что-нибудь. Я надеюсь, это не будет. Пум. Вот он. Ух ты. Эх, не смог пробить. И заблокировать туда. Ну ладно.
Так. Пропал. И не убил. Ладно, меня сейчас могут убить. И это плохо. О! Блять! На тебе побарашки. На тебе еще побарашки. Минус еще один. На тебе голову. Минус голова. Минус еще одна голова. Ух ты! Бежим. Минус башка, что я там. Плохо выпал? Нет, не выпал. Плохо. Эх, не получилось тут щит поставить. Я как-то собирался щит поставить и поставить там полустановить ТП. Так как так я не успел? Я же должен был заблокировать, да. Раньше ударил. На. Ух ты. В спину. Ребята. 1-2. За кем я сражался. Да ты! Да, вы что, в спину мне не говорите? Не бить! Да я сказал, что не бить меня. Ладно. Вот охотника беру. Я охотника беру. Ну я сказал, что охотника беру. И никого другого. У меня нужен КП. Эх, я рейтер взял тогда. Ладно. Уйду. Ай, больно. На тебе с сапогом. Где мой лук? Где? А, вот мой лук. Все, я забрал свой лук. Убегаю. И у меня теперь сорока нет. Да офигенно, блин. Кто сначала лук не был, то теперь сорока нет. Вот он мне сорок. Я тебя ненавижу, кто там за мной бежит. На тебе, блин. Он мне и лук выбил. Нормально. Спасибо за то, что ты его отвлекаешь. Я теперь за луком сбегаю своим, который где-то тут валяется. А вот. Чё я его сразу не заметил? Минус. Ты мне вообще спасибо должен сказать-то. Уйо! Я не попал. Да, вы замучили меня уже. Хватит за мной бегать и пытаться меня убить. Я вам еще ничего не делал, вы меня пытаетесь убить. Я хорошо все понимаю, блин. Ну ладно, хватит фигеть сражать тут против этих ботов. Нужно уже против людей сражаться. Вот они, все твои режимы. Я это сразу режим убираю, потому что он может очень долго идти, он может до нескольких часов идти. Тут поражение происходит, когда в команде умирают все игроки. Тогда это поражение. Battle Royale я тоже беру, тут каждый сам за себя. Фронтал, ну тут, если против людей играть, то 3 режима. А вообще, где-то 4-5 режимов. Где есть люди. До 1000, до 300 очков, если не ошибаюсь. Вот это как голодные игры и против ботов. Выживание. Так, что-то долго загружается. Вот очень интересно, что так долго. Обычно у меня быстрее заряжается.
что вам понравится эта игра, и вы захотите, чтобы я еще ее записывал. И у меня к вам такой вот интересный вопрос. Я смотрел, что это... как же эта игра называется там? Talent Flash вроде. Игра про то, где ты собираешь это воинов и потом нападаешь на врагов. Там на разные, либо свою фракцию создаешь, либо присоединяешься к какой-то фракции. Вот это вот игра. И я тут вот подумал, ну даже не сейчас думал, а я очень давно думал о том, что может все-таки начать опять записывать эту игру. И я решил все-таки вас спросить, что вы хотите, чтобы я записывал эту игру или нет. Эта игра потому что интересная. У меня довольно много просмотров набирало. И все зависит от того, что вы решите. Если вы решите, чтобы я снимал, то хорошо, я буду снимать. Только скажите, пожалуйста, что вы хотите это видеть или нет. Если хотите, то я без проблем скачаю и я начну записывать. И меня тут убили. Да, это Stolen Flash, я сейчас себе на канал залез. И это именно она. Вот это, кстати, это режим до 1000. Ну тут с 1000 начинаешь, что тебе нужно на победу, чтобы враг до 0 дошел. На то, чтобы тут вражеские собаки, нужно тебе точки захватывать. Да, блин, союзник. Я, конечно, понимаю, что я, в принципе, могу так заехать, что нафига так виноват. Блин, все равно. Да, почему, когда я пытаюсь его пнуть, я его пнуть не могу. Когда я кого-то бью, меня без проблем могут пнуть. Я не могу, да. Чё за фигня? Что за бред? Итак, тут враг и всадники. Я всадник стал. Итак. Копьё будет готово. И... так. Ай-яй. Уходим, уходим. Семь дамаг. Блин, плохо. Я с своего заехал, просто случайно. Да, блин. Не попал. Тут на самом деле лошадью не очень легко управлять. Да, чё за фигня-то? У меня раньше получалось. Вот. Так вот. Ай, больно. Пауза. Вот еще. На. Минус еще один. Противник. Тут враг. И... я не попал. Плохо. Тут на самом деле управление нелегкое. Лошадью. Тут нужно привыкнуть сначала управление, да тем более я довольно давно не играл в эту игру, так что я и не помню особо управление. Да, я попасть не могу, и у меня много поднимаю. И у меня свой же с офигенным названием, никнеймом убил. Ну ладно, ничего страшного, потому что меня свой же убил. Бывает. Ну, проблем заключается в том, что я лошадь потерял. Ой. Ой, вот, вот смотрите. Я бью, так, меня можешь без проблем попасть. Зашибись, у меня это...
топор, что ли там? Или что это было? Там копье могло быть, топор. Ну да, мы тут наиграли, потому что вроде все-таки плюс 3 там идет. У нас там 3 точки, у нас 1 точка, и то. Вроде... А, не, у них снималось, но у них мало снималось. Я почти... А, нет, я даже не почти, я все это раунда уровня. И это прикольно. Итак... Либо играть, либо тайга. Играть, тайга. Давайте играть. Хотя я особо не знаю эту карту. Ну ладно. Или знаю все-таки. А, это да, знаю тогда. Я ее вспомнил. Это прикольная карта. Да, это я знаю. Вот, если вы хотите, чтобы я какую-то игру записал, пишите в комментариях, что какую вы хотите увидеть игру на моем канале. И я, ну, сначала подумаю, что записывать эту игру или нет. Ну, для начала, конечно, я посмотрю, что это вообще за игра, если я не буду знать. А там уже буду думать, что записывать мне ее или нет. Ну, наверное, я буду все-таки почти все игры записывать. Ну, прям 100% информацию того, что я все игры записывать буду. И то, что... Вот, эта игра платная, давай записывай ее, что вот, мне покупать ее для видео. Да, я, конечно, это могу сделать, но... Такая всегда ситуация происходит, что у некоторых людей нормально, у кого-то все будет выливаться в мой бюджет. Потому что мне на покупку даже вот этой игры Moscow, которая на тот момент стоила по скидке 200 с чем-то рублей. 249 вроде. Мне и то было, ну так, обильненько. Ну все же. Кстати, лошадь никто не взял-то. И это хорошо. Несмотря на то, что я лучник, я пойду возьму лошадь. Так, для начала где копье? Ладно, копья нет. Моя лошадь. Я тебе не дам. Потому что я уже гонил эту лошадь. Тут даже если и лучник, ты можешь все равно быть всадником. Почему? Потому что ты вот остановился и пам, вот так вот делал. Потом наступил. Ой, больно. И вот этим, кстати, тут так вот и плохо. Так. Ого, как тут. Ладно. Ну ладно. Я вообще поставил, чтобы кузница заспаунится, а не в замке. Ну ладно. Иритация идет. Ой-ой, это плохо! Да почему ты меня не прикрывал-то, блин? Ты же должен был успеть добежать-то. И почему я опять здесь? Топор. Боевой топор. И вот тут где-то валяется мой лук. И я его, в принципе, могу поискать. Но я этим не буду заниматься, потому что меня же лучник стреляет. Я в него топор мог метнуть. Но я не метнул в него топор. Так. Давай, иди сюда. А ты...
Я почему-то тут всегда с метанием чего-нибудь. Идеально просто. Меня когда как? То нормально, то вообще искусство какое-то, блин. Когда прям толпа, я могу взять. Вот примерно сейчас почти попал. Давай иди сюда. Замашу. Я рублю. Иди сюда. Все, убили нашего. Блин, нельзя туда. Ладно, я пока пешим покажу. Да, какого фига? Почему, когда ты хочешь взять, ударить, ты не успеваешь? Почему? Что за фигня? О! Да... Нет, спасибо, конечно, но все же. Кстати, где копия? Где мать? Ложь, ой, ложь, как бьёт. Давайте я ему топором... Топором дам. Ну, иди ты. Да, топором сейчас сделаю, и я не попаду. Правильно. Когда ты хочешь кого-то взять ударить нормально, у тебя не получается. Когда ты никого не хочешь ударить, у тебя все получается, блин. И меня убили. Офигенно. Потому что я застрял. В самом офигенном месте. Я беру, короче, пехотинца, когда спавнится лошадь, я беру, сажусь на эту лошадь и не мочу ударить. Так, там вообще лошадь находится. И... А, нет, это не та лошадь. Я думал, это именно та лошадь, которая была у меня, но нет. Это другая. Ну, либо та же. Которая была у меня, просто наши ее не ста... это... Нашу всадника убили. Так... Ладно, я убил эту. Вот, кстати, лошадь. Прикольно. Так, а ты почему слез? Вот... Очень близко. Кузница уже почти закончена. Мне пишут, вообще офигенно. Все очень круто. Там враг. Кузница не наша. Нам кузницу завоевывать надо. На себе копьем-то. Минус один. Я молот возьму, кузнеца. Так, копьё беру. И... Десант, блин. Так, вообще нормально. Что тут даже делать дальше? Потому что я вот так вот смотрю, дальше мне тут бессмысленно просто играть. Потому что я тут ничего делать не могу. Я умираю просто. Я еще ничего не сделал, я уже умер. Ну,
когда я хочу оружие поменять, там я как-то должен брать какую-нибудь вот эти. Да вы меня замучили. Я, короче, негодяй беру. Я бью. Бью негодяя. Вот мне нужно это копье. Есть лошадь, копья нет. Что делать? Вот копье есть. Что делать? Без копья-то. Когда ты не копеечку. Нет, я все это слежу, потому что я уже замучился управлять этой лошадью. Так. Если могу в подвал спуститься? Нет, не буду. О! Глава! Вообще офигенно просто. Да почему? Почему меня пытаются все время убить быстро? Он наступает? Я ставлю сюда капкан медвежий. Жду противника. Все, давай, подходи. Ой-ой-ой. Давайте, подходите. Вот он. Ой, минус 23 хп это у кого-то. Ну, всем дамаг. Трансфер от команды подождём. Всё такое, я убит. Ну, офигенно, короче. О, плюс 23 помощи. Ну, круто всё. Защитника беру. Потому что защитником у меня лучше всего получается играть. Короче, так кажется, что мне проще будет взять своих сейчас побить. Это кого нам сейчас нужно защищать и не дать врагу убить. И просто это закончить. Играть. Да почему меня прошли? Да почему я опять... Вот тебе. Вот тебе еще. Получи. Ты чё? Ты чё оборванец? Ты чё оборванец? Вообще обнаглел? Оборванец. Барабанится вообще. Ё! Просто бывает вообще жёстко сражаться. Особенно когда ты не умеешь. Даже за негодяя за самым простой класс не получается играть. Нормально. У меня есть дымовая бомба, и это очень хорошо для меня. Так. Несмотря на то, что тут там меньше, чем в метре. Был от меня противник, я в него не попал. Я так думаю, может все-таки взять спокойный классик инженера и за инженера поиграть мне. Потому что я от этого вот устал. От того, что я умираю,
Лол. Наши молодцы. Заделали проход. Только вот вопрос такой теперь. А вот они заделали проход. Понимаю, у кого-то возможно сейчас минус лучше, но у меня сейчас от этого так бомбит. Я просто не могу управлять этими словами. Что? Как? Как он так вовремя взял назад, пошел? Во время его удара, что я его взял и убил. Он просто взял своего же убил. Там ладно, если я противника там задел, либо его задел. Но не убил. Но я его убил. Так. Минус. Так. И вообще офигенно, я больше не могу поворачивать. И нас главное отходит. Вот, я могу налево повернуть, но направо дальше я не могу. И это плохо. Так. Хорошо, где следующий боец? И тут противник. Вот. Капец, как... Вообще офигенно. Браво, блин. Хотя бы на покажу обувь снайпера, покажу. Хотя и так показываю. Еще хотя покажу. Я открыл. Да. Все, нафиг пошли. Блин, я ему ничего не сделал, я начал открывать ворота и... На тебе, блин. Да. Это то, что ты якобы закрыл ворота. Когда я наоборот открывал ворота. Нормально, я опять в своего попал. Хотя стрелял врага. Главная цель враг попал в своего. И враг там идёт! Нормально. Вообще, нафиг. Обошли. Круто. Секач хорошо возьму для места этого. А, за место сока. Пойду. Главному? Ну и он вот. На него враг убил. Офигенно хорошо. Ну все, мы тут опять проиграли. 260 долт получил. Ну и немало опыта. Все, я ухожу отсюда. Я буду заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока.